Помните хотя бы случай, чтобы та команда хорошо играла и не смогла добиться результата? Помню, конечно. Весь 2008 такой был. Скажите, это изначально был такой план на игру, что было сверхбыстрое начало? Или вы просто играли в свой футбол, и так получилось, что вы так задавили буквально Анжи? Значит, получилось. Мы готовимся к матчу, наверное. Играем так, как мы здесь хотим. Как соперник позволяет, так мы, в принципе, играем. Была ли установка на быстрый гол? Что значит установка на быстрый гол? Все, запрограммировать можно, что ли? Роман, значит, насколько вам давало играть Анжи в свой футбол? В первом тайме давало. Вот. Мы создали много моментов, просто не реализовали. Роман, у вас было несколько моментов, когда можно было забить, и не получилось. Но, зная наших болельщиков, это неизбежно, что будут какие-то комментарии, что вот не хотел, не мог и так далее. Что ты можешь сказать? Естественно, не хотел. Такой впечатление, вот в стопроцентном моменте, когда Дани выходил один на один, вот отличный был момент, такое впечатление, что именно из-за состояния, из-за качковатого поля он не сумел совладать с мячом. Нет, поле отличное. Да? Думаю, поле претензий нет. Насколько для команды было важно выиграть кубок? Все-таки по сравнению с Лигой чемпионов и с чемпионскими медалями это... Трофей все-таки. Трофей, он есть трофей. Конечно, важно. Роман, если говорить о ходе матча, все-таки вернуться, скажите, вот что чувствует игрок, ну вообще игроки на поле в тот момент, когда вот один за одним и залетает мяч в ворота, какое-то отчаяние, злость, или что вы испытывали, когда, казалось бы, должны были вести уже, ну, как минимум, 4-0? Мы хотели забить. Продолжали играть дальше. Правили, как и «Зениту» сегодня предъявить претензии к судье? Нет, ну, судье мы не вправе предъявить претензии, просто, наверное, нужно такие матчи судить. Лучше, я считаю. Потому что если поддаваться эмоциям тому, что написано в прессе, там в Москве кто-то обосрался и пишет потом, что «Зенит» все там какие-то мифические фразы о том, что купили каких-то судей. Ага. Вот. Если этому поддаваться и потом судить, просто несколько моментов за пределами штрафной были откровенные фолы, и он их не свистел. Кто не говорит, что нужно ставить пенальти там или еще что-то, но откровенные фолы нужно свистеть. После пропущенного гола, который, в общем-то, не вытекал из логики игры, и это был вообще первый удар с ворот, значит, что-то поменялось в настроении команды? Я думаю, ничего не поменялось. Вы видели, мы также продолжали открывать, хотели забить, но сегодня нам не повезло. А как вот реагировать на поле, когда начинается то, что творилось в последние 15 минут? Каждые 30 секунд остановка, футболисты соперника лежат, отдыхают. Ну, естественно, нам это не нравится. Анжи действует это в угоду себе, правильно? Роман, а вот, значит, не считаете ли, что есть какая-то взаимосвязь между теми оскорблениями, которые неслись с фанатского виража в адрес соперника, и сегодняшним поражением? Наверное. Какие-то совпадения есть. А можно... Вы людей оскорбляете, потом вам в ответ приходит. А можно ли вот, как футболисты команды обратиться к своим болельщикам, которые являются неотъемлемой частью клуба, чтобы они поддерживали... Лучше вы обратитесь, они вас больше послушают. Меня? Нас не послушают. Я уж столько обращаюсь. Нас тем более. Столько сломал копии, что... А если вернуться опять к матчу, вы можете сказать, какой был переломный момент в поединке, вот если не быть совсем уж таким фактором очевидности, назвать переломный игру, вот, собственно, непосредственно на гол? Я не буду критерном очередности, это гол. А если вот, насколько может, не знаю, вот выглядеть в такой роли, это как раз момент, когда не забил Дани, потому что, ну, это было 100%, если не забивать так, то уже, наверное, никак. У нас до этого были хорошие моменты, мы не забили. Если не забивать так, то тоже никак. Роман, а за кого будете болеть в финале? Хороший футбол. Да? Не за ЦСКА? Ну, больше, наверное, за ЦСКА. А верите, что в финале, после того, как будет... ЦСКА же будет играть. А что, вы успеете лозаннский арбитраж подать? Мы все успеем. Что после такого напряженного чемпионата в финале команды, которые боролись за лидерство, могут показать хороший футбол? В том же неделе будет. Я думаю, вполне будет время отдохнуть, показать отличный стадион. Причем я даже не сомневаюсь. Хороший стадион, отличное поле, отличная команда. Роман, если «Зениту» не удастся стать чемпионом, можно ли сказать? Нам удастся. Нам удастся. Почему так не летит? Хорошо. 26-го посмотрим.
Вы мне не верите? Вы считаете, ЦСКА потеряет очки еще? Вы мне не верите? Нет, вы нас приглашаете на банкет. Вы нас приглашаете на банкет по случаю чемпионства? Я думал, вы меня пригласите. Мы вас обязательно. Все, здесь встречаемся. Место встречи будет сообщено дополнительно. Все. Спасибо.